19 января православные христиане празднуют крещение Господне. В этот день многие верующие окунаются в прорубь. Только делать это необходимо в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели. Там для вхождения в воду сделаны подходы и спуски. В остальных же местах лучше этого не делать. Сегодня на пляже возле крепости установили крещенскую купель. Накануне водолазы обследовали дно. Объемное сооружение из металлических труб и деревянных досок весом почти тонну погрузили в воду на глубину больше 1,5 метров. Она у нас плавает. Мы ей сделали такие патрубки, то есть трубы с воздухом. То есть она плавает. И если Днестр поднимается, спускается, она просто по Днестру, по уровню Днестра, она ловит свой уровень. Сейчас мы ее установили где-то, если в саму купель залазить, где-то по грудь, по мой рост 1,82 м, где-то там на 1,60 м вода. То есть там смело уже можно купаться, то есть не надо сильно нагибаться. А если Днестр упадет, тогда уже надо будет чуть нагибаться. Мы ее постараемся толкнуть ее дальше, но по прогнозам Днестр будет подниматься. Это еще на 0,5 м, значит уровень воды в купели будет отличный. Купели ведут специальные мостики с перилами, а на берегу установили две палатки с обогревом. Здесь можно будет переодеться после купания и выпить горячего чая. Территорию вблизи для удобства застелили ковровым покрытием. Уже с вечера 18 января здесь будут дежурить спасатели. Освещение воды в купели пройдет 19-го в 11 утра.